Ну, что касается этой программы, Кустанайская область является одной из самых активных. Мы в 2010 году 10 инвестиционных проектов ввели в производство. Общая суммарная стоимость составляла порядка 16 миллиардов тенге. Из них в основном это были 9 проектов агропромышленного комплекса. Известно, что как бы есть поручение президента о приоритетном развитии животноводства, то, что касается диверсификации. Поэтому среди этих 9 проектов это 3 молочно-товарные фермы, 2 откорм-площадки, это 3 птицефабрики, которые сегодня позволили нам создать 900 новых рабочих мест. Сегодня все эти предприятия работают, запущены на полную мощность. Нет ни одного предприятия, которое бы открылось и потом впоследствии испытывало какие-то проблемы с выходом на проектную мощность. В этом году у нас реализуется 25 инвестиционных проектов, из них 19 в сфере агропромышленного комплекса и 6 в сфере промышленности. 3 из них мы уже открыли, это 2 предприятия, 2 крупные мельницы и 1 в сфере промышленности. В этом году мы все проекты доведем до конца. В октябре-ноябре они будут все сданы. Это позволит нам создать порядка 2000 новых рабочих мест. До 2014 года мы планируем с учетом карты индустриализации 100 инвестиционных проектов и с открытием порядка 9000 новых рабочих мест. Будет вложено 460 миллиардов тенге инвестиций. Поэтому это нам позволяет как бы и... Вы знаете, что Кустанай – это горнодобывающая область. Мы добываем 100% наших бокситов, мы окатыши железорудных, 80% железной руды производится, асбеста в Кустанайской области. Соответственно, идет вопрос дальше реализации металлизации окатыши, с тем, чтобы мы больше в сферу производства окунулись уже по стали, не только окатыши были сырьем для Магнитогорска, для Китая, а уже производили собственную сталь, и тогда у нас будет больше возможности развивать машиностроение в Казахстане. А что касается сельского хозяйства, я уже говорил, это развитие животноводства, это развитие переработки, это строительство завода по переработке масличных культур, которые необходимы. Вот в этом направлении мы движемся, и я знаю, что в части реализации инвестиционных проектов Кустанай находится в первой пятерке среди других областей республики.